Знаете ли вы, что такое прялка? В нашем музее есть место хозяйки. Появилось у нас недавно. В данный момент мы изучаем этот экспонат. В музее не хватало такого экспоната. Прялка деревянная всегда была в избе. Учились уже прясть в 6 лет. Нить прялась ровно и тонко, а требуется особое мастерство. Чтобы посетители больше узнали о прялке, мы дрова сделали лэпбук. Прялка узором богата, формы красивы, резьбой хороша. Мастер создал ее в прошлом когда-то. В ней старина и живая душа. Женские руки к ней прикасались, пряжу крутили, веретено. Прабабушки наши пряли, старались, чтобы с красивым соткать полотно. Лети служила надежно. Людям каким где оставила след, даже представить себе невозможно. Прялка жива, а хозяина нет. Ей бы в избу, да на лавку к окошку, к донцу кутельку опять примотнуть, вспомнить, как было, хоть на немножко, прялку музейную к жизни вернуть.